Ну что, ребятки, энтузиазм не прекращает удивлять. И вот такой вот у нас запоздалый выпуск бокса от компании «Энтузиаст». И благодаря этому боксу мы знакомимся с брендом «Энтузиаст». Это новый бренд от компании «Ди Табака», назовем это так. И есть миллионы сомнений, что новый ли это продукт, а не переработанный гастро. Именно сырье, которое, возможно, хранится в миллионах тонн неликвида. И была поставлена задача, как его реализовать. Давайте сделаем что-то крутое. Энтузиаст. Это как зеленый Mercedes S-класса. И я даже не знаю, что к чему, но бокс максимально крутой. Давайте его сейчас быстренько поглядим. А, чашечку мне уже забивают. Юзаем мы угли от компании T-Rex. Это так мультисобранный уголь из разных ингредиентов, что в итоге нам дает мягкость курения и, соответственно, полное отсутствие любого аромата угля, что даст нам возможность полноценно оценить бренд «Энтузиаст» и сказать, гастро это или все-таки «Энтузиаст» это «Энтузиаст». У нас есть вот такой бокс. Есть крутые стикер-паки. Я один уже изюзал, остался у меня вот такой. Также есть в виде советского лунного календаря, либо сонника. Знаете, вот у бабушек, да, придите к ним, бабушкам домой, и вы увидите такие толстые календари. Это сонники, предсказания. И просто насладимся дизайном. И идут у нас такие три коробочки в разных цветовых гаммах. А возможно, это просто отделение стиля, айдентики, которому придерживается бренд «Энтузиаст». Внутри нас ждут, соответственно, вот такие вот значки и, собственно, вкусы. А что у нас по вкусам? А, собственно, есть банановый, тропический и папайевый. Это наши дынки астраханские, их сочная сестра папайя мексиканская, ебать нахуй. А, идем к черным пачечкам. И здесь у нас лакомый, коловый, холодный. Идем к красным пачечкам. Это у нас яблоневый, клубничный. Ну, вот так вот, да, мы, в принципе, с этим разобрались. Это «Энтузиаст». Сейчас давайте мы подождем нашу чашечку на углях T-Rex и уже, собственно, прокурим и поговорим о ней. Персик долькой в чае, сочный, вкусно, сладко и в десятку точно. Точно дигастро. Я вам говорю, мы сейчас прокурили с ребятами вон там, и они говорят, ебаный, это же дигастро, персиковый чай. Только сделанный чуть-чуть получше. Ёбаная ностальгия, и я реально не чувствую запаха угля, поэтому, ну, скорее всего, если делать это на обычном кокосовом угле, который дает все равно нотку своего аромата, именно угля, то это будет точнейший дегастр, потому что прокуриваешь, сейчас ты прокуриваешь чистый продукт. И тут важная пометочка. Я не знаю, почему компания Ди Табака, да, там, Дарксайд, так сильно отнекивается, что здесь нет ничего от дегастра. Ведь дегастр-то и не был плохим продуктом. Вспомните мороженое, ребята, от дегастра. Это то, что вы выкуривали просто тоннами. И поэтому я вот сейчас курю персик. Это был персиковый чай в дегастре. Да, очень схоже, почти точка в точку. Но сделано чуть получше, на самом деле. Намного приятнее курица. И нет такой сиропистости, как было в дегастр. Почему? Потому что тут ты сам не принимаешь никакого участия в замешивании, соответственно, все это уже на технологическом уровне замешивается, правильно пропитывается, и по итогу мы получаем хороший продукт. Упаковочка, кстати, внутри тоже изумительно красивая. Я вам скажу так, лично мое мнение, «Энтузиаст» — это реборн дегастра, и я буду точно настаивать на этих словах, потому что я прокуривал вкусы. И это очень круто сделанный дегастр. Ну, уже «Энтузиаст» значит «Энтузиаст». Тут ничего не сказать. Поэтому при цене она на самом деле не очень, как вам сказать, демократична оказалась, да, если посмотреть внимательно, пересчитать, то как бы
недешево. Скажем, это недешево. Но при этом продукт в лоу-сегменте, именно как лоу-костер и по крепости, и по цене, имеет достаточно хороший вес на полочке. Приятно. Короче, ребятки, я ставлю, наверное, 7 баллов энтузиасту из 10. Минус 1, собственно, от 10 минус 1 балл за то, что они прям четко отталкиваются от дегастра, хотя это дегастры по факту. Минус 1 балл также за то, что это просто очень легко и как бы это не мое. И 1 балл, наверное, за... не очень удобные, на самом деле, для меня уже картонные коробочки. Надо делать баночки. Поэтому, в общем, 7 баллов. Из этих 7 баллов я даю прям конкретно 3 балла в дизайн. Прям жестко плюсую. Я плюсую туда баллы, наверное, за то, что это прикольный в плане продукт. И, конечно же, за их маркетинг, который мне очень, на самом деле, понравился. Поэтому вот так. Это Дава Дым, это Кальянная Шишкин, город Воронеж.